Правильный выбор профессии – залог счастливого и обеспеченного будущего. Поэтому именно в старших классах вопросу профориентации стоит уделять особое внимание. Для того, чтобы определиться в жизни с профессией, мне кажется, наиболее важно понять себя, понять то, что у тебя получается лучше всего, и только вот после этого решать, какую профессию ты можешь освоить. Для облегчения выбора профессии Управление образования уже во второй раз приглашает на встречу с учащимися 8-11 классов различных специалистов. В этот раз перед аудиторией выступили представители бизнеса. Они считают, что для получения нужного результата придется проработать немало вопросов. Поговорить с ними по поводу, как им выстраивать свои взаимоотношения в жизни с собой, с культурой, с обществом. Спикеры поделились накопленным опытом, рассказали, с какими сложностями можно столкнуться и как их избежать. Ведь сами они в юном возрасте начинали все тоже с нуля. Прежде чем заниматься бизнесом, Антонина Лобачева работала журналистом газеты. Секреты успеха, о которых я не знала в 20 лет. Я расскажу свой путь, поделюсь тем, что я прошла, и расскажу о том, что им поможет добиться успеха в своем деле, будь то просто работа на себя или на кого-то, или построение бизнеса с нуля. С ребятами провели интересные игры по профориентации. Задания помогли определить характер, который в большей степени влияет на увлечение, образ жизни и выбор любимого дела. Нам давали бланки, и мы выбирали 10 своих ценностей. И надо было по шкале заполнить от 1 до 10. И так мы характеризуем себя через эти ценности. В преддверии вступительных экзаменов еще есть время, чтобы применить эти полученные навыки и правильно выбрать учебное заведение. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».